Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. 12 июля вступили в силу поправки, ужесточающие уголовную ответственность для водителей, которых уже судили за повторное пьяное вождение. Теперь им будет грозить штраф до 500 000 рублей, либо исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Кроме того, нарушителей будут лишать прав на срок до 6 лет. Трасса 101. Камеры фиксации нарушений штрафуют за непристегнутый ремень безопасности уже не только в российской столице. Несколько месяцев назад систему, как выяснилось, запустили в Тамбове. За это время она вынесла почти 5000 постановлений. А на днях всевидящее око заработало на трассах Казань-Уфа и Казань-Оренбург. Улов богатый, более 1000 штрафов по 1000 рублей каждый. Трасса 101. Группа депутатов Государственной Думы подготовила законопроект, обязывающий владельцев авто дороже 8 миллионов рублей платить дополнительный налог. Его размер от 1 до 5% от стоимости транспортного средства. Станет ли это реальностью? Вряд ли. Профильный комитет Нижней Палаты уже отверг инициативу, усмотрев в ней предпосылки к двойному налогообложению. Трасса 101. Mitsubishi объявила о начале продаж обновленного Outlander. Цены на внедорожник стартуют с отметки 1 миллион 890 тысяч рублей. Внешность и интерьер у автомобиля изменились незначительно. Другая решетка радиатора, новый спойлер на крышке багажника, черные рейлинги, иной дизайн колесных дисков. Моторы бензиновые объемом 2,4 литра. Наиболее заметной доработкой салона является использование другого материала обивки сидений. Имитация замши плюс искусственная кожа. Трасса 101. Список наиболее востребованных в нашей стране поддержанных внедорожников возглавляет «Лада 4х4». Пятилетнюю трехдверку сейчас можно купить примерно за 400 тысяч рублей. На втором месте, по данным агентства «Автостат», находится «Шевроле Нива». Пятилетка обойдется от 500 000 рублей и выше. Замыкает тройку лидеров «Тойота RAV4». За данную модель того же возраста на Авито просят от 1,5 миллиона рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.